удар харизма против Василия Джамбо. Джамбо — это боец, который только на проспекте дрался, а харизма дебютирует. Ну, я считаю, что Джамбо выиграет. Я не буду говорить, почему, я так считаю. Иван Мастак против Александра Чупакайте. Я считаю, что Иван Мастак выиграет. Почему? Да потому что мы с ним спарринговались, парень крепкий и серьезный. Хоть у него на фунте. Гия Торчинов по прозвищу Людоед дебютирует против Игоря Емеля, который многим известен уже в топ-дог. Я считаю, что Игорь Емеля. Он скромный парень с сильными ударами. Андрей Тумян против Александра Севера. Я думаю, Север все-таки возьмет вверх. Главный карт. Андрей Веном против Николая Колина Варвара. Тут спорный вопрос, потому что парни очень красивый бой показали. Вот. Но опять же, я считаю, что Веном сможет вытянуть. Павел Берсерк против Адоса. Павел Берсерк — это более опытный и профессиональный боец. Мурат Дедок против Евгения Шишкова. Ну, Шиш, конечно. Я его фанат. Иван Панчер, Майданчук против Максима ВДВ. Я считаю, Максим ВДВ, у него чуйка такая хорошая. Он вот вроде двигается. Кажется, вот сейчас словит, он раз так оттянулся грамотно, раз. Ну, иногда удивляешься его вещам. Алексей Мельник против Кантемира Коложокова, чемпиона 70 килограмм. Я считаю, Кантемир Коложоков, конечно, 100% он выиграет. Иса Бегаев по прозвищу Палач против Дениса Погодина. Я считаю, Денис Погодин. Ты что, если мой вес, я должен знать, что ли, кто? Все, я понял. Идем дальше. Мне не интересно было. Максим Савушкин, хоккеист, против Виталия Эншинца. Старых он дрался на проспекте в нокаутах про парня. Понял. Игорь Емеля против Гея Торчинова. Вот это скажи, да, говори, да ты даже такие вообще первые, которые дерутся, что ли, это задаешь мне. Скажи, вот Мельник, Коложоко, Шиша, пойдем, Миша. Ты не знаешь их, ребят. Андрей Тумян против Александра Севера. Думаю, Север. Андрей Вену. Север знаю. Андрей Вену против Николая Колина Варвара. Да не знаю, ничего будет. Павел Берсерк против Адоса. Адос. Мурат Дедок против Шиши. А, вот интересный бой будет. Я думаю, если функционально Мурат подойдет к этому подготовке хорошо, Мурат выиграет его. Максим ВДВ против Ивана Майданчука. ВДВ. Иса Палач Бегаев против Погодина. Палач! Уверенно и нагло, увидите. Алексей Мельник против Кантемира Коложокова. Эй, подожди. Этот Мельник за титул дерется, что ли? Да. Офигеть. Я его уронит, он как Шиша. Например, как или выиграет, как я его выиграл здесь. Шиша уронил, Тандовский уронил его, уронил, что выиграл спокойно. И он за титул дерется. Это несправедливо будет. Ну, пусть... Прогноз закончили. Спасибо. Коложоков выиграет его. Я это. Мельник, что там у него нету ничего такое. Ильгар Харизма против Василия Джамбо. Джамбо. Иван Мастак против Александра Дробышева. Мастак, наверное. Скорее всего. Виталий Старых против Максима Маку Савушкина. Маку. Андрей Тумян против Александра Северина. Хороший бой. Знаешь как? Если Север сможет дистанцию сохранить, то Север. Если Итумян сможет подобраться, то Итумян. Андрей Веном против Колина Варвара. Первый бой кто выиграл у них? Варвар даже? Не знаю. Ну, думаю, Веном. Павел Берсерк против Адоса. Адос. Ну, стиль нравится Адоса, да? Метод на дистанции работает. Ну, если так же подберется, то шелест. Если сможет ключи подобрать, то шелест. Если нет, то Адос потыкает. Мурат Дедок против Евгения Шиша. Хороший бой, честно. Думаю, Мурат. В хорошем темпе, я думаю, подберется тренер. Ну, заберет Мурат Дедок. Но это без предвзятости? Без предвзятости, на самом деле. Без вообще никакой предвзятости. Просто Мурат сейчас... Как я знаю, вроде нормально тренируется. Макс ВДВ против Майданчука Ивана. ВДВ.
Алексей Мельдинг против Кантемира Коложокова. Кантемир. Знаешь, как еще? Думаю, да, срочно. Иван Мастак, Нушкин против Александра Чопакаева. Чопакаев. Виталий Старых, это боец проспекта, против Максима Мака. Мако. Стопудово. Андрей Ятумян против Александра Севера. Ятумян. 200% Ятумян. Андрей Веном против Колина Варвара. Веном. Павел Берсерк против Адоса. Адос. Хотя, там такой бой, то что не понятно. 50 на 50. Надо постараться выбрать кого-то. Берсерк. Мурат Дедок против Шиш. Дедок. Я думаю, что Дедок, если Дедок подготовится, настроится, то у него все получится. Шиша тоже красавчик. Иван Панчер Майданчук, дебютант с нашего дела. Максим, ВДВ. ВДВ. ВДВ бесспорно. Алексей Мельник против чемпиона Кантемира Коложокова. Мельник очень опытный, может подобрать свой ритм, свою дистанцию. А Коложоков жесткий ударник, который может завершить даже все в первом раунде. И я все-таки склоняюсь к Коложокову. Иса Палач против Дениса Погодина. Иса Палач. Я давно слежу за Исой Палачом. И мне нравится его стилистика, вообще ведение боя, его поведение, его манера ведения боя и то, что он дышит хорошо. А Денис Погодин, я не знаю, он... Ну, я склоняюсь больше к Исе. Иван Мастак-Нушкин, это 70 килограмм, против Александра Дробышева. Мне кажется, Дробышева. Ей Людоед против Игоря Емеля. Емеля. Андрей Веном против Колина Варвара. Хороший бой будет. 50 на 50. Я не знаю, кто победит в этом бою. Павел Берсерк против Адоса. Адос. Мурат Дедок против Евгения Шишкова. Дедок. Иван Панчер Майданчук, это боец нашего дела, против Макса ВДВ. ВДВ. Алексей Мельник против Кантемира Коложокова. И тот, и другой боец очень хороший. Поэтому я не знаю за кого. Давай с точки зрения спорта подойдем. Если ты видел какие-то сильные и слабые стороны этих бойцов, просто основываясь на этом, постарайся выбрать спортсмена, который победит. Кантемир очень жесткий боец. Он держит удары, сам очень сильно бьет. Мельник. Мельник не имеет задней. Поэтому в этом поединке я не знаю, кто победит. Я серьезно не знаю, здесь самому интересно мне. Ну, блин, Кантемир. Наверное, все-таки Кантемир. Потому что, хороший парень. Жесткий. Иса Палач против Дениса Погодина. 5 раундов, чемпионский бой. Погодин уже постарел, мне кажется. И огонь у него в глазах угас. Поэтому новых чемпионов ждем. То есть Иса Палач? Да. Иван Мастак-Нушкин, это кто выиграл малыша в 70 килограмм. Против Александра Чопакаева Дробыша. Вот этот бой интересен, я думаю. Чопакаева, думаю, заберет. Виталий Эншент Старых, это боец проспекта, против Максима Савушкина по прозвищу Мак, хоккеист. Я по-любому за Мака. Гея Людоед, дебютант, против Игоря Емели. Емели интересный боец, с таким харизматичным, своим характером, я думаю, он затащит. Андрей Тумян против Александра Севера. Тоже интересный бой, оба пацаны прям такие крепкие. Пусть победит сильнейший, я так считаю. Или надо обязательно выбрать? Да, постараться. Север. Павел Берсерк против Адоса. По-любому Адос. Я за него. Мурат Дедок против Евгения Шишкова. Дедок. Хочу, чтобы он прошел. Я хочу до него добраться. Хочу, чтобы он не проигрывал.
Дебютант Иван Панчер Майданчук, это боец нашего дела, против Максима ВДВ. Ну, думал, Макс ВДВ. Он мне больше как-то приятен, как человек, и с большой историей такой. Я думал, он заберет. Опыт большой у него. Алексей Мельник против Кантемира Коложокова. В обоих есть шансы. Кантемир падал. У Мельника есть удар. Я думаю, если он достанет, он сможет его сложить. Но если Кантемир, конечно, будет держать хорошо дистанцию, он заберет в поздних раундах. Иса Палач Бегаев против Дениса Погодина. Чемпионский бой 5 раундов. Я за Палача. Это предвзятость какая-то личная или вот со спортивной точки зрения? Со спортивной точки зрения. Он, во-первых, выше и дистанцию хорошо чувствует, так же, как Погодин, но он по габаритам намного больше, чем Погодин. Поэтому он заберет чисто габаритами. А техника у них обоих хорошая. Иван Мастак против Александра Чопакайфа Дробышева. Могу ответить Чопакайфу, потому что я с ним знаком. Мы дрались на одном турнире, промоушен USF. И там он брутально вырубил пацана, я думаю, все же Чопакайфу. Дебютант Гия Людоед против Игоря Емеля. Емеля видел, это усатый паренек, если я не ошибаюсь. Я думаю, он может затащить бой. Андрей Тумян против Александра Севера. Ох-хо-хо-хо, хороший бой будет. Ну, я такой поставил бы на Севера все-таки. Андрей Веном против Колина Варвара. Ох-хо, ну, Колин Варвар, тут у меня просто симпатия к нему, к его образу, так скажем. Ну, а если со спортивной составляющей, когда ты видел их бои? Ну, я думаю, все-таки Колин Варвар. Павел Берсерк против Адос. Адос. Тут без вариантов Адос. Мурат Дедок против Евгения Шишкова. А вот тут и интересный бой будет. Я бы такой бы, честно, хотелось бы, чтобы Дедок выиграл. Но я думаю, тут 50 на 50. Я не осмелюсь поставить точную ставку, если бы дело касалось моей личной ставки. Да, постараемся вот чуть-чуть поспортивнее. При условии, что один выиграет и сделает план такой-то, другой такой-то. Вот, куда ты больше склоняешься, хотя бы на 1%. О, если я не ошибаюсь, в прошлом бою Шиша, напомню, с Мельником он дрался, да? По-моему. Он последний бой провел против Исы Тандовского. Исы Тандов проиграл, да? Блин. Ну мне все же, давай тогда так сделаем. Я, наверное, все же на Дедка поставлю. Иван Панчер Майданчук, это боец нашего дела против Макса ВДВ. Я, кстати, знаю обоих, так скажем. Видел их бои. Все-таки, наверное, я думаю, у Майданчука есть шансы, потому что он сильно бьющий парень и неплохой технический составляющий. Ну, рискну, поставив на Майданчука. Алексей Мельник против Кантемира Коложокова. Чемпионский бой 5 раундов. Думаю, так, Коложоков, думаю, возьмет. Вот, технично хороший боец, прям видно, ярко выраженный боксер, я думаю. Иса Палач Бегаев против Дениса Погодина. Чемпионский бой 5 раундов. О, вот это самый интересный бой, чемпионский 5 раундов. Ну, я думаю, Погодин тут без вариантов. Андрей Венум против Николая Колина Варвара. Опять первый раз Колин Варвар, насколько я знаю, уронил в втором раунде. Я думаю, не знаю, почему ты думал, Андрей Борисов заберет по очкам. Павел Берсерк против Адоса. Адос расстреляет. Я думаю, расстреляет. Дебютант из нашего дела Иван Майданчук будет дебютировать ВДВ? Против Макса ВДВ. На кулаках. О, я не знаю. Я думаю, ВДВ выиграет, потому что у него колоссальный опыт. Он уже ветеран этих кулачьих боев. Алексей Мельник против Кантемира Коложокова. Ага. Не знаю, кто кому попадет. Я так считаю. Ну, давай вспомним, ты знаешь, кто такой Мельник? Не, я-то знаю. И знаешь, что уже чемпионы. Сильные слабые качества, хотя бы на 1% чью пользу бы ты отдал. Вот этот бой я 50 на 50 дам. Окей. Иса Палач Бегаев, Денис Погодин, чемпионский бой 5 раундов. Конечно. Убираем, что есть. Ну, бой до конца не дойдет. Я тебе говорю, Бегаев расстреляет. Максима Мако, Савушкин хоккеист, против Виталия Старых Эншин. Он дебютировал на проспекте. Я понял, да. Видел там этот проспект. Ну, тяжело судить, конечно, там бой-то у него продлился секунд 10, но я так видос даже пересматривал.
я не думаю, что у парня именно бойцовская и боксерская какая-то это. Ну, типа он качал мышцы, и хорошая форма, круто выглядит. А Мак, я знаю, что серьезно тренируется, и сам его видел в спаррингах. Крепкий парень, я думаю, он готов как бы. Андрей Тумян против Александра Севера. Наверное, Север, у него еще такой заряд сейчас, что как бы надо побеждать уже ему. Павел Берсерк против Адоса. Ну вот это сложный тоже выбор, и оба парня меня симпатизируют очень. И что-то тяжело, смотря кто в какой форме подойдет, даже не, ну, не мог бы кому-то предпочтение отдать 50 на 50. Дебютант из нашего дела Иван Майданчук против Макса ВДВ. Да, Майданчук, Ванек, я его знаю, питерский, сейчас с наших краев. Сейчас даже в зале у нас иногда тренит. Если будет тренироваться чаще и не посещать ММАшные там клубы, то все в его руках, может получиться хороший бой. Макс, понятно, тут это, может выбросить туза из рукава, как говорится. Ну, Ваня на кулаках впервые, наверное, как бы по коэффициентам, я думаю, будет в сторону ВДВ однозначно фарит. Алексей Мельник против Кантемира Калашокова, чемпионский бой, 5 раундов. Да, это круто. Крутой бой. Второй шанс для Мельника, очень рад за него вообще. Ну, типа, чувак идет за перстнем. Поставлю на него, реально верю, блин, должно у него получиться. Это уже... Он как персонаж истории такого фильма, который, ну, хэппи-энд уже должен быть. Просто он этого заслуживает, вот так скажем. Иса Палач Бегаев против Дениса Погодина, чемпионский бой, 5 раундов. Да, вообще тоже, блин, крутой бой. И как будто бы у них это такие похожие немного стили. Я же не знаю. Тоже 50 на 50. Форма, что я не знаю, планеты в каком. Буду там Меркурий где, не знаю, как все сложится. Просто тяжело ставить. Максим Савушкин по прозвищу Мака против Виталия Старых. Старых дебютировал на проспекте. Да, если честно, не особо знаю этих бойцов, но Мака я знаю хорошо. И вот яркие выступления, и я считаю, что в этом бою фаворит как раз-таки Маков. Иван Мастак-Нушкин против Александра Дробышева с прозвищем Чопакай. И также не очень хорошо знаю этих бойцов, но Дробышева я более-менее знаю и склоняюсь к его победе. Постараюсь тебе напомнить, Нушкин дрался в прошлом турнире против Малыша, который недавно дрался еще с Калажоком, да. Который дрался. А кто выиграл в том бою, напомню? Мастак выиграл, Нушкин. Мастак выиграл, да, тогда даже не знаю. Но все равно я склоняюсь к Дробышеву. Андрей Тумян против Александра Севера. Да, хороший бой будет, но я думаю, Север будет поопытнее и лучше подготовиться к этому бою. Андрей Веном против Колина Варвара. Хороший бой. Очень интересный для меня. И вот тут важный вопрос, как Веном подошел к этому бою после своего поражения, после своего обидного поражения. Сделал ли он для себя уроков? И как готовится сейчас Колин Варвар, потому что, во-первых, рядом нет Ромы, я считаю, но смотря как его подготовка. Тут, я думаю, 50 на 50, но в этот раз, я думаю, выиграет Веном. Мурат Дедок против Шиши. Тоже хороший бой. Также, смотря подготовки бойцов, как Шиша перенес поражение от Тандовского, и мы видели, что Арцулаев очень хорошо себя показал против того же самого Колина Варвара. Но я думаю, в этом будет Шиша фаворитом. Дебютант из нашего дела Иван Майданчук будет драться против Максима ВДВ. Про Майданчука я плохо знаю, не очень осведомлен о его бэкграунде, поэтому я склоняюсь, что Макс ВДВ в этом бою одержит закономерную победу. Чемпионский бой Алексей Мельник против Кантемира Калажокова. Хороший, будет яркий, очень, я думаю, будет плотная рубка, но на мой взгляд. И я рад за Мельника, что у него еще раз удалось добиться за бой за перстень. И я буду болеть в этом бою за Мельника. Иса Палач Бегаев против Дениса Погодина. Чемпионский бой, твоя весовая категория. А вот это вот очень интересный бой. Для меня очень интересно наблюдать, как поведет себя Погодин после нашего боя. Потому что это был нелегкий бой, как и для меня, так и для него. И мне интересно посмотреть, что он взял с этого боя для себя.
А Иса Балач, мы видели его последний бой, очень сдержанный парень. И я не знаю, как такого болеть в этом бою. Хочу его увидеть. И все-таки фаворит? Фаворит? Блин, не знаю, не могу искать фаворита в этом бою. Да, постараюсь. Хотя бы на 1% бойцы тебе известны, на кого ты все-таки. Ну, Иса Палач то, что может из-за габарита своих передавить, хотя опять-таки, как Погодин сделал выводы после последнего боя, как он сможет форсировать эти события. Но я думаю, Палач то, что может выиграть из-за своего вот габарита, из-за того, что он может задавить его. Ну,